Здравствуйте, мои дорогие. В общем, я собиралась рассказать вам о книге «Тобол малоизбранных», но пока я думала, как это сделать, я прочитала еще несколько книг, и нам снова придется догонять. Итак, произведение Алексея Иванова «Тобол малоизбранных» — это вторая часть книги «Тобол многозваных», то есть можно наблюдать, как автор разбил название, одну пословицу на два названия, то есть многозваных, но среди них, увы, как-то не печально, малоизбранных. В общем, о чем первая часть? Это история о Сибири, эпохи правления Петра I, в частности, Тобол, но не только он, но и другие места в Сибири. Там и о раскольниках, и просто о русских, которые пытаются освоить Сибирь, и пленные шведы, и каторжники, знаменитый зодчий Ремезов. Ну, для вас, может быть, он не столь знаменит, как для меня. У нас, например, кстати, в городе Минусинск имени музей имени Мартьянова, мой обожаемый, есть несколько его вещей, кстати. Поэтому, кто интересуется, приезжайте, смотрите на экспонаты. И у меня, кстати, в родове встречается эта фамилия. Но это наверняка одна фамилия, я пыталась установить родственную связь, не нашла. Хотя очень много отсутствует информации, поэтому, может быть, просто не вышло найти. Но я не верю, что мы родственники. Я отвлеклась, извините. В общем, шаманы там рассказываются вскользь, так как пытаются наши обратить в христианскую веру там местных, кто там, у кого язычество, у кого мусульманство. Вот это вся, вот эти все какие-то конфликтные, войноподобные ситуации и многое другое крайне занимательно. Вот мне кажется, кто живет в Сибири или интересуется ею, вот вам надо прочитать. Очень похоже на моего обожаемого Черкасова, его трехкнижие там «Хмель», «Черный тополь» и так далее. Такой вот немножко стиль похож, хотя эпоха другая. Так вот, «Тобол малоизбранных» — это продолжение первой части. То есть мы знакомимся с судьбой тех людей, которых мы узнали в первой части. И, признаться, вторая часть у меня очень плохо зашла. Хуже, чем первая, которая мне казалась гораздо интереснее. И даже в кои-то веки мое мнение совпадает с мнением большинства, потому что у первой части средний балл, я вот сейчас прям смотрю на статистику, 4,5, а у второй части всего лишь 3. Да. И мы переходим к следующей книге. Это «Ритуал». Авторы Мария и Сергей Дьяченко. Совершенно изумительная книга. Там некий такой сказочный, магический, волшебный сюжет. И, казалось бы, мы все это знаем. И у происходящего может быть только два исхода. Да. Причем можно предполагать, который наиболее вероятен. Но чем дольше ты читаешь, тем больше понимаешь, что все не так просто, что все гораздо сложнее. Я прочитала эту книгу всего за день. Даже нет, за 3 часа. Просто залпом глыть, знаете, как человек, который очень долгое время не пил, ему хочется просто огромными глотками воду поглощать. Вот так вот я читала. Совершенно занимательная, изумительная вещь. Всем настойчиво, самым образом рекомендую. И я соврала, я на свою оценку посмотрела. У того малоизбранных 4,5 балл. Ну и ладно, ну и подумаешь. Вернемся к ритуалу. Вернее, я уже заканчиваю. История совершенно волшебная, повторюсь, что я всем рекомендую, даже людям, которые думают, что им не нравится читать такой жанр, вам понравится, попробуйте. Далее книга Сидни Шелдона под названием «Безрассудное Тилли Бэкшоу». Ой,
Я даже говорить ничего не буду, можно? Очень многие считают Сидни Шелдона выдающимся, не побоюсь этого слова, писателем. Я с ними согласна. Я не так давно читала его автобиографию «Обратная сторона славы» или что-то вроде того. И была восхищена его слогом, языком и способом подачи материала, но эта конкретная книга у меня вообще никак не зашла. Я откровенно пропускала целые куски текста, чтобы скорее добраться до конца и, собственно, с чистой совестью просто отложить. Подальше отложить. Последняя книга, которую я хочу рассказать сегодня, это Уильям Шекспир. Да. Его пьеса «Много шума из ничего». Ну, что я могу сказать? Отличная вещь. Легенькая такая, юморная, полностью оправдывающая свое название. Действительно, много шума из ничего. И перечитывая ее, я читала не первый раз, я поняла, что у Шекспира просто любовь, непонятно чем объяснимая, к симуляции смерти и к монахам, вот, и священнослужителям. Это не одно и то же. Вообще-то нет, не одно и то же, это же я понимаю разницу. Ну, вот, такая очень легкая вещица, очень легко читается, так что те, кто, я знаю, есть люди, которые не любят пьесы, которым она не дается, вы не пугайтесь. Эта пьеса читается абсолютно как рассказ, и она очень простая, элементарная, легкая и незатейливая. И любопытная. Вот. Это были все книги, которые я хотела вам сегодня рассказать. На сегодня все. До скорых книг.